кадре. Мы прибыли в Харьков, сейчас прибарахлили с картами. Сейчас идем в какое-то кафе. Сейчас идем в кафе. Да, здрасте. Покушать и... Вы кто? И... Ты не знаешь, это камера. Спасибо. Нас покажут. Нас покажут по телевизору. Короче, вот так у нас со впиской в Харькове. Вписки. Кинули нас. Алексис, сволочь. И отец. В интернете так. Все. Дальше увидимся. Максим, рассказывай о том, где мы сейчас. Мне нравятся девушки в чулках. А почему у всех была вот такая мате, а у тебя, Макс, вот такая? Просто нормальная, это двойная. Они шарят просто. Расскажи, где мы сейчас находимся. Это что, интервью? Ну, я где-то здесь, в Харькове. Мы находимся в Парагвай. Зеленую хрень, короче, пью, короче, любил ванну вставлять нам. Мы уже спать не хотим, ну я не хочу. Смотрю, пахнет колбасит. Я хочу художественный музей. Вот они мне все пообещали, вот, но они меня обманывают. Мы не посетим этот музей. Да. Давай снимать за номер, хотя мы будем за музей. У нас есть предложение. Макс, мне бы поспать просто. Да, поспать. Если вы останетесь вдвоем в номере, я подозреваю, что вы не поспите нифига. Поэтому предлагаем вам остаться, а мы пойдем с Машей с Субботами. А Ленин смотрит на нас как на хавку. И говорит, ты чё? Причем побывать в Харькове и не побывать на самой большой площади, это может не побывать в Харькове. Поэтому мы решили побывать в Харькове. На самой большой площади. Да. Со впиской у нас не срослось. Алексис, привет тебе. Поэтому мы решили вписаться как бомжи. Кто мы тут и тут? Вписываемся на улице. Да, ну вписка классная. Наша крыша небо голубое. Нам ковер, трава, что-то поляна. Наши степи, наши стены сосны великаны. И как в настоящих сетях, все по хардкору. Хватает трейлера. Кстати, да, скучаем. Трейлера не хватает. Ветрено. Моря не хватает. Привет, как тебе, Люк? Как тебе, Люк? Слава богу, тут хватает. Слава богу, не хватает тут еще ноги. Нет. Чуть не вписались в четырехзвездочную гостиницу за 600. С тетками, шикарно. Да. Шикарно. Рабочие. Мы идем репортаж из какого-то непонятного заведения общепита. Вот. У нас обед. А после долгой продолжительной прогулки по Харькову с заходами в музыкальные магазины, я бы назвал это музеями, особенно последний. Вот. После группового сеанса мастурбации, да, на музыкальные инструменты. Я не занимался этим. Сказывать вам. Да, мы решили все. Зато я после кармана хорошо потапал. Без комментариев. Я обещал, что ну так и будет, так и было. А вы как? А, вы не ели. Нет, не кармана. Вчера ел кармана. Ну, да. Позавчера. Позавчера. Да, и сейчас мы едем на вокзал. Почистился. Забираем из камеры хранения вещи, инструменты и... А, нет, сначала мы сейчас в музей идем. В музей искусства. Он же там находится возле... Тогда берем вещи на вокзале, потом в музей. Картины смотреть, галерея, а потом... Ой, дай мне вот это проспект. Может, есть еще какие-то музеи? Он у Макса.
Ну, да, я стану спать. Не хочу туда ходить. Ну, потом сам час. Никуда не хочу уже. Я хочу уже в Пекине поспать. Да, поспать не мешало мне. Мы видим репортаж уже с вокзала в городе Харьков. Мы все устали после концерта. Лежим, отдыхаем, дожидаемся поезда. Там Макс, Маша, Оксана и я. Ну, вот так вот прошла наша поездка.